Ну, он блокер, она оба ищет. Как говорю, это типы отчаялись какие-то, тупо за голду хотели блокера купить. Сидел, думал, идти, не идти. Кто хотел? Я не знаю, ребята. Тяжка Д на варе, по-моему. Не, это было до того, как второй рейд был. Ебать, сопротивление было не сильно. Сало закинул ему нахуй. Вот Володька, не убил бы ты своего блокера? Чисто бабло бы пробился. Я думаю, если бы сейчас две пухи нахуй дробяхи упал нахуй, Мирай бы, блядь, в этот нахуй. Мирай уже, он пишет ГЦ. В истерику бы. Как у Володи будет та же история, я чувствую. Да, знаешь, я как бы уже сижу в минус морали с первого босса, блядь. Запа пакет упали, который я все время хочу взять. Бежим с кипом, хильте меня только. Ай. Не бейте меня. Я с 39-ми бегаю, а тут 60-ми упали на хила, как раз таки, которые нужны были мне. Даже с 45-ми бегаю, а что? Ну да, кстати, не, кольчужные ж падали вроде разок. Не, не падали. С ловкостью, блядь. Вот они падали, как единственный раз. Все. Ну, ну ладно. Я не помню. Другие тканевые падали. Ну, окей, подиспорь, пожалуйста, с меня вот этот холод ебучий, чтоб я не бегал в ID под хилем. Спасибо. Чисто реже сухожилия духом. По жизни. Жестко, жестко, ебать, просто пиздец, это демон, нахуй, ебать. Сухожилия духом, удумайся, блядь. Охуеть, вот так ты, да, нахуй. На запястьях, чтоб медленнее, блядь, в воздухе кого пхали, лапками, да? Так да. Ой, ебать, биг босс, нахуй, 3 ляма, ебать, это будет надолго, нахуй. Привидение. Баромир, на тебе хуйня. Парамир сейчас бахнет. Бах, нахуй. А вот скажу, не слаб. Мак, на тебе хуйня. Да она с глыбы не сбрасывается, блядь. Пизда ему, нахуй. Тут информация подъехала, что гриномесы закончили. Сегодня. Надеюсь, на пару месяцев закончились. Ой, ебать, мобы бегут нахуй на зал. Ну, что ты там делал сзади всех, скажи мне, пожалуйста. Почему ты отстал? Вот нам сейчас бить лишних мобов нахуй за тебя. А, этого не чел, понятно, блядь. Сорян тогда зал. Самое время пофкашить. Самое время вайпануться, мне кажется. Вайп на трэш, то что ли? С ШП, если что, добавлю. Мне кажется, там нужно попуржить нахуй магию с них там. Вот саппорт эти по 200 нахуй с мобов. Я слышал, если это спуржить, урон больше по ним будет, кто магии бил. Чего, блядь? Поздравляю все. Там Настя мало этого видела. Угу. Какая лоялка? О, да нет, там за поставки ее обновили, да. Она увидела это и все, пиздец. Откисай. Откисай. У тебя и так там, блядь, 200 маунтов.
Еще не 200, а 128. Мак, ты курсник, а он мертвый, понял. Друиды, блядь, красава. Да не, пересечь. Что? Ну потом откисаем. Потом. У меня нету карты, как у Кролинга, понимаешь? У меня есть. Тяни. Ну-ка. Кирилл. Сифонника бейте, похер на аномалию. Кирилл. Справа. Почему ты только? Ну, хил. О. Танк вагон. Это БР. Зал ТПС. Трейдер, дай БР. Ну ладно, 27к с мили атаки. Реснить блоком. Хильте танк. Уверенный себя танк, конечно. Вообще не боится. Там хил недавно умирал с БР, а он гуляет. Ходите к дверям. Шапля. Так, кстати, не слышно, если что. Что за земля тихо. Thank you.
Что там, перерыв какой-то? Напихняй людям, что делать, нахуй. Объяснение закончено. Или вот напишу, сам все объясню. Для начала чек, кто не знает, что делать, кто не был на своем классе, роли там, чаре или еще чем-нибудь, кто не знает, жмет не готов. Итого у нас 3 дд плюс 1 хил. Ну, я здесь образу сижу. Первый босс, Lightning. Чипок на него кинул. Что происходит? Каждые 33% боссы меняются. У нас первый вышел Lightning. Чипок. Ваша задача. Как только начинается босс, вы набираете все ренжу. Хилы стоят ближе к центру всей пачки. Ну, ренжа там 10, по-моему. Кидаются цепные молнии, но это херня. Кидаются еще дебафы. Если вы с дебафом стоите рядом с кем-то, то вы его убиваете. Считаете там за 2 тика. Ваша задача держать рейндж 10, лучше 11. Дальше. Как только Lightning там прошло 2-3 коста, выходит из него сфера. Что делаем при сфере? Вы ее быстро-быстро заливаете, сдаете в первую сферу все свои бурсты. Сферу забурстили, у вас посреди экрана появляется большая кнопка. Как только босс начинает кастить аннигиляцию, аннигиляция. Ваша задача выбрать босса в цель и нажать на него кнопку посреди экрана. Для тех, кто там дохуища аддонов использует и еще какой-нибудь херней пользуется, сейчас скину макрос в чат. Блять, гильчат не выходит, сейчас так кину. Так выглядит макро. Каст, таргет и каст. Советую либо скопировать, либо переписать, у кого нету его. Либо это будет пиздец для вас, если вы не нажмете. Если вы не успели нажать кнопку сбития, все, давай, всех убивает. Это первый босс. Когда у босса остается 66%, выходит один из двух других. Аркан, который слева, чипок на него перекинул. Что он делает? Во-первых, кидает на себя щит, который когда вы его выбиваете, абсорба, там 30 тысяч, по-моему, он взрывается, бьет 70 тысяч. И раскидывает по всем аркан-стрелы. Ну, просто такие аркан-болты. С этим вы ничего сделать не можете, вы просто бьете и надеетесь, что вас не убьет. Дальше. Посреди комнаты появляются аркан-руны. Они будут примерно вот отсюда, где стоит сова, и до где-то синей метки. Ваша задача – забежать по одному человеку в руну. Если хоть одна руна не закрывается, это вайп.
При этом вы должны прожать какой-нибудь там сейф, дубовку, перепрыгнуть медведя или сделать еще какую-нибудь херню, чтобы себя просейвить. Когда появляются руны, вы стопаете ДПС по боссу и просто сейвитесь, там прохиливаетесь и еще что-нибудь делаете. Короче, 0 ДПС, а больше захила по себе и больше выживаемости. На этом босс заканчивается. Руны взорвались, вы бьете дальше босса. Это будет анонситься. Дальше. Выбили до 33%, выходит Poison 3. Ну, не обязательно. Может Poison быть 2, а Аркан 3. Короче, в рандомном порядке. Вышел Poison, ваша задача. Вы скучковались, короче, все в вара, чипок. Стоите, чилите, бьете босса. Ваша задача хилами хилить танка, РДД, хуярить босса. Все, все, что надо делать. Больше никаких функций. Ну, а там с совами подкидывать инеры по хилам. И на залу, когда выходит вот этот Poison, который справа, твоя задача поставить тотем на диспел яда. Надеюсь, знаешь, что это. Ну и, конечно же, все жрут сапроты. Только сапроты. Все до единого. Так, макросы все переписали или нет? А, да, Мак, ты ставишь не Fire Sheet, а... Аркан щит, который тебя резист увеличивает. Шпешка, сапрот. Второй сапрот купите у этого. У ДК. Сотку. Да. Блин, сапрота как бы нету, боже мой. Походу. Поставил габенов. Чё? Ебали. Правки. Кто тут сапроты раздает? Кто не раздает? Для тебя 500 голды по дешевке. У меня трофеи есть, кстати. Так, кто еще не понял, сразу спрашивайте. Чтобы там не было сюрпризов. Больше выгодный обмен. ДК. Ну, надеюсь, все поняли. Когда выходит вот этот вот Poison, ну, короче, правый голем с чипом, ты ставишь тотем на диспел яда. Так, когда выходит аркан, вот этот вот типарь слева, ваша задача распределиться по РДД миликам. От фиолетовой метки до синей закрывают милишники, танк и два хила. Со стороны Печенка крест закрывают, пусть будет две совы. Со стороны желтой метки стоит шапе и лог. И с этой стороны закрывают руны. РДД закрывают самые дальние. Милики смотрят те, которые чуть ближе к боссу. Надеюсь, все уяснили. Ну что, готовность... Поехали. Все готовы. Давай, поехали. Напоминаю, первую сферку надо забурстить. РДД держит рейндж сейчас. Дай там какой-нибудь отсчет. Ладно. Просто бьем босса, держим рейндж.
Проводник дебаф на кого-то повесил. Держите сферу бурсти. Void Fury, твоя задача нажать, нажми. Когда стык будет. Второй сфер. Подистань. Сферу быстро. Void Fury нажмешь на аннигиляцию. Аннигиляция жми. Сова. Володя, станешь, нет? Я каждый. Отдался. Сферу быстро. Харт. Нажми. Нажми. Сова. Или кто там. Шипать. Fire, Vanicell. Рейндж держать никак. Падайте. Дайте диван по кому-нибудь. Ну да, Барамир убил типа двоих. Не достаете до сферы, похер. Главное убить. Выходи из этого. Найс играешь мелким. Бабл Делахо. Я вот не могу понять, проводник молнии он и тебя тоже дамажит или только... Нет, вокруг. Нет. Так, только вокруг. Так три человека сдохло от проводника, как? Ну, ты стоял, ты убил, все. Ну вот, смотри. Чем? А, это мой проводник? Ты, короче, нет, блядь, сам. Чужой нахуй. Че они возле меня стоят тогда? Может, потому что ты хуяло стоишь? Я по центру стою, я хил. А там сами разбирайтесь. Дай шкаф унесел. Ну, у вас там ДБМ есть? Есть возможность написать вот там вот, вот, вот так вот, типа? Ну, либо вот так вот, какой там у вас раньше, типа. Я слышал, поможет, нахуй. Раньше 11 вообще идеально, так еще и не будет цепной доставать. Короче, вы ж можете не стоять на вот этой ебучей красной дорожке, разойдитесь вот туда влево, разойдитесь вправо, просто чтобы вас могли хилить, и вы могли бить босса. Все. Какую-то залупу сагрил сейчас прилетит к нам, блядь, посреди пула. Ну, залупа на мне почему-то, я не знаю. Ну, на всех уже влезет. Я спал. А, все спал. Это... Готово. Ребят, если на вас висит дебаф, вы, блядь, выносите его так, чтобы когда мы бьем сферу на миниках, мы не стояли его въебал, не получали этот урон лишний. Ну вот идите вы за перед колонной куда-нибудь там в уголок, куда-нибудь, пожалуйста. Что, вы готовы, дети? Все, готовы, поехали. Сферу надо прямо забурстить, хорошо. Первый дебаф готов. Пошел первый дебаф. Сверх. Сверх. АПК. Каст. Сверх. Дебаф. Не совет. Реданг получаю. Реально. Сфера за боссом. Next. Володь, помоги. Лестница, друидус нажмешь, когда скажу. Аннигиляцию. Походу нажал. Деляция. Ну что, друидус? Хорош. Первый раз. Вставайте все.
Еще раз, там касток ебаная гора. Аннигиляция — единственный каст, который нужно сбить. Джуст еще когда? А, есть Навана потом туда. Задачу сможешь бежать. И хилами тоже смотрите. Там миликов бьет больше всего. Что сферки под собой ауешат. Типа мне похуй, я воин, а Володька, блядь, танки дрифт. О, ебать, за жетоны маунты добавили? Ну то, что БК камни забавили за жетоны, типа нет. Да это похуй, они там дорого сколько будут стоить. Он стоит? Сколько стоит? Кто, маунт? Угу. Хуй его знает. По серебру-то, наверное, будет. А мне, кстати, вот интересный вопрос встал. Кто-то стоит в метку печенька? Блять, я упал, сука. Ну там типа сахо съезжай. Мне знаешь, какой влажный вопрос, нахуй? Что ты умираешь, блять, второй пул, нахуй, а цепнуть, блять. Вот это важно. А не про хило. Ну, блять. Типа, у тебя смерть. Я начинаю отходить, мне вспышка. Я стою, мне резко пол хп, потому что у меня прилетел касс. Хорошо. Я стою. Меня начинают либо хилить, либо, знаю, мне вторая молния для цепна, либо что-то залетать, я умираю. Зауди живу. Чисто лежи. Вот, ты умираешь не от цепных, ты умираешь от того, что ты сфера уедешь. В один раз я просто сейчас умер, потому в первый раз, когда был пул, я, получается, поебал цепной, у меня пол хп. Потом кидается что-то еще, мы пока бьем сферу, меня еще задевает от человека, который стоит там с аннигиляцией в мили-зону хуярит, может отойти он не может от сферы, потому что мы ее бьем, он получаем пизды от этого человека с дебафом. Ну ты умираешь, за 1.08, ты понимаешь, что ты за 1.08 умер? Ну сейчас, может, мне сейчас все прокнуло у меня. Мне же было очень весело. До этого я какие-то время стоял с соло хп. Не соло, с половиной хп. Я даже пересмотрел, блядь, запись. Зал, встань и резнись, мы тебя сейчас мне просто так весело повезло, прокнуло. Знаешь, если вам, блядь, не нравится, я могу просто не ходить в рейд. Вы заебали вот эти вот, все время вот эти предъявы, что Энх не дымажит, окей, блядь. Я не видел, чтобы я меньше пятого места все время стоял сейчас. А что ты, блядь, ноешь? Да в смысле, блядь, не пятого нравится, места? Ты ноешь, видишь, блядь, какой здесь рейд, на? Я тебе говорю по факту, что ты умер за 1.08, нахуй, ты понимаешь? 1 ебаный 0.8. А ты говоришь, это не прохил, блядь. Это танка, только если так уверхилить, нахуй. Тебя не прохилит, шаман. Упала, блядь, касс, нахуй, блядь. Одна секунда идет. Сколько у тебя белки касс? 1.2 или 1.1? 1.2. Вот иди, ну, зайди, пацаны, на стрим. Я теряю 10%, 10%, 10%, 20%. Один хил хоть был? Нет. Знаешь, что я знаю. Барамир 500 хп за хил, все, блядь. Я знаю причину. Дева говорит... Бля, он слишком жирный стал, ну-ка, смотритель, разберись с ним. Про Володьку. Большой брат, разберись. Надо его пошутать там. Вот я все это время стоял за боссом, мы били, стал с Ваней сферы. Я получаю урон, меня 0 за хи уйдет. Все, что я вижу, это просто Барамир там по 500 тысяч, по 500 хп за хи уйдет. Потому что уёбок, сука, тыкает в одну клавишу и ебался в монитор, смотри, другой. А, ну, сейчас, блядь, ты будешь ручками, знаешь, волна исцеления в себя. Рейд получал 2 человека урон. Я и Ваня. 2 милька. Может, там было 2 сферы. Ладно. Все, короче, в пизду я тоже этот, ну, микрофон выключу, ну нахуй этот хуйню слушать. Микрофон — это логично. А ты готов? Я не только микрофон выключил. Барамир, блядь, виноват, там сидит, воняется. Все готовы, поехали. Что не меняется, то же самое. А, вы себе там место оставил, вставай туда уже.
Сейчас дебаф первый. Дебаф пошел. Сфера появляется. Бьем сферу. Следующая сфера. Друиду скажу, когда. Жми. Друид. Next сферу. Вот фури нажмешь, когда надо будет. Гиляция. Друид нажми. Рит нажмешь. Видите, босс. Давай жми. По сфере. Эхард, скажу, когда нажать. Жми. Следующий вывод. Я нажму next. У меня есть уже. Хорошо, давай. Жми. Добивайте просто. Следующий босс выходит, лови аркан. Разбежались. Две совы красно-зеленая. Шепелок со стороны желтой. Поставь, пожалуйста, фиолетовую метку босса. Кирилл? Он включился, наверное. Герб. Ну и ДПС зашли в руны. Идем дальше. Раздайте иннера. Не бейте, стопните босса, не бейте. Стоп, по боссу руны закрыли. Друидусу поднять. Друидус Б. Друидус Б. Ладно, ты, короче, пусть не послушал. Стоп босса никто не бьет. Стоп босса никто не бьет. Прохиливаемся. В той команде пока я не скажу его бить. Никто не бьет. Прохиливайтесь. Вайт фури поднять. Прохил. Прохил рейд. Рейд поднимите. Все, бейте. Макма, на щиты там всякие юзы. Мелкий, дай сокру прямо сейчас. Стоп по боссу. Руны закрыли. Не бейте босса. Мама, можно будет. Умрете. Ясно. Какая, блядь. Прохил. Лодька в сторону фиолетовой будешь бежать, я в луну. Стопнули ДПС по боссу никто не бьет. Руны закрыли. Стопнули, не бьем, прохил. Все, бьем босс. Сейчас СБАН будет. Майк вам. Прохил. Закройте. Ебаные аутисты, боже, блять.
Как два дебила, что маг, что зал. Мелкий, дай, пожалуйста, Диван. Алло, блядь, ебучие ауты. Задача закрыть одну ебучую руну. Нахуя вы стоите, что-то кастите, скажите мне. В чем, блядь, проблема зайти в одну лужу? В чем? Смотреть. Кто там жив сообещал нам? Там как-то или хилы далеко стоят, вот, вот где треугольник, да, дальше туда уже проходит. Тебя там вообще никто не хилил. В той, да, стороне. Там... Прыгай в медведя, что я тебе могу сказать. Хилы должны в центре вставать. Вот где-то вот примерно между крестом, квадратом, трусами и ромбик. Вот печенька не там, где стоит, а вот примерно вот тут вот, чтобы доставать. Поставим вот сразу. Даже это где-то вот так. Для тебя, где ты танковать. Нахуя мне так далеко его заводить, нахуй, чтобы потом милишникам далеко бежать было? Скажи мне. Да мы бегаем и туда к воротам закрываем постоянно. Нам типа нам окей там. Ну я понимаю. Если я поставлю босса вон туда в центр, нахуй, вам больше придется бегать. Рассказываю тебе пример. Вот ты долго будешь бежать, у тебя не будет блинка. Не добежишь, ваншотник. До самой стены постоянно бегал, закрывал сейчас руны. Все хватает. Никакой, да, потому что ничего. Босс ближе стоял. Босс стоял напротив крестика и трусов. Че, погнали? Как бы нам? А рыба чё, нет? Подожди, стоп. Ну, давай. Слышно? Кинь на Твойт Фури СС. Шпышник. Привет. Так, меня сейчас слышно? Да. Не пляй, меня тут залагало что-то. Полагал, нет? Без чего тупо замутился в Дискорде. Охуенно. Говорит, залагало. А, он на стриме что-то, блядь, не знаю, у него все подряд открывается. Он говорит, клавиатура, что-то сейчас, подожди. Не нам, говорит, а на стриме. То есть, ну... Как пахло говно, так и пахнет говно, блядь, человек.
это последний раз, когда я с ним рейд иду, однозначно. А кто лагает? Барамир или кто? Мать там лагает. Вот ты мне что-то будешь говорить, что, блядь, я умер, он хилю, блядь. Когда я сдох, что этот мудак делал? Он смотрел на элементаля, тыкал на него таргет и такой, ну, интересно, он меня может убить или нет? И я в этот момент, блядь, умираю вместе с Толей. Хил, блядь. Это ты пропала, да? Да, про того овоща. Еще на ролике. Надо заменить кого-то. Холипал есть? А, не, нет. ДЦ. Решам. Злая шама, звучит прохладно. Ну да. Дай обмен. Как говорил один вагон, я плохо запущусь, плохо. У меня какие-то проблемы с клавиатурой. Трудись. Ну, еще, походу, тряпки делаются хорошо с костерами. Что пришли все на них. Салам не надо. Инхи не оденутся. Слушай, я хуй знает. Давай, пароль. Покажи хоть одну шматку там на тряпку. На РДН. Друидус. О, ребята, есть другие спеки. Шея упала как минимум хотя бы для кастеров. Для тех же РДД с меткостью. Которая не нужна? Mm. Ну, не все делают знашки для нас. Да. Хочешь себе бери. А, не. Бочка надо. Не без РПБ и без мастерства даже вообще похуй. Не, они вообще ничего не дают. Две ловкости, все. Совет дам, но в танчу, так что. Нет, ты имеешь в виду наручи на хазарке? Там же мелких телах тоже. Ну, вроде бы как. Больше, чем 98 кинет, ладно. Я хотел нормального человека в рейд. Блять, какой нормальный человек в рейд, нахуй? Ты тут, блядь, не рейд, это пиздец просто полный, нахуй. Полный пиздец. Ну, я типа говорю. Я тебе говорю в общем, нахуй. В общем, если ты надеешься в среду собрать супер заебатый рейд, то я могу тебе только посочувствовать, серьезно. Феликс, ты же понимаешь, что это, грубо говоря, наш второй рейд, который ты засунул у нас, с вами нужно всем потихоньку одеваться. Было хуево туча рук, которые мы хотим в кару. Где вот эти все, нахуй, люди? Вот из гильдии сейчас никого нету. Те, кто хотел, тут только новички пришли, грубо говоря, вот и Тао, что старенький. Из тех мэнов, которые просились в кару. По-моему, сало еще есть. Ну, где кары, блядь, по 6к ДПС, вот, нахуй. Ебал я в рот, нахуй. Вот и вот все, что я могу сказать.
Ну а сколько давали люди, когда приходили сюда первый раз? Столько? Не 6к ДПС. У нас десяток. У нас десяток. Половина урона в абсорб уходит. Оно не считается. Поэтому 6к. Ну пускай, блядь, хотя бы даже 1008 давали, я бы слова не сказал. Ну по 6 это пиздец. Когда мы упали, когда еще ты стоял последний живой. И там натикало за время. Ну, минус ДПС. Хорошо, на коне в абсорб тоже урон уходит. У вас там по восьмерику был у большинства. За. Я вообще не бурстил до щитов. У меня все бурсты шли в щиты. Я не про щиты говорю, а про коня, у которого там почти, ну, у всех было 8. Почему я, кстати, умирал? Я сейчас, вот я сейчас тупо стрим пересмотрел. Феня, он два раза, сука, я два раза потерял ХП, по пол ХП стою. Он меня не хилит, он любого вокруг моего таргета хилит, но не меня. Один раз, когда меня хильнул, я слышал фразу «Ай, ну ладно». Ты серьезно говоришь, что я виноват в смертях? Может, это личная неприязнь. Это пидорас просто на паладине, вот и все. Ну, конечно, извините, но, блядь, человек просто не хилит. То Элема возьмет в таргет, то еще кого-то похилит. Я стою возле него, с его хапами, я умираю. Окей. Чесовочка, 2-4 на шамане. Это эхо служителей земли? Да. Что-то странно. Там тузау мало кто нахилил. Не, это служитель земли, это про чарка. Не. О, нет, фу, нет. Служитель земли. Это 2004. У него еще не все собрано. У него там еще не все толком собрано почему-то. Да я не знаю, почему он того волкакочного босса, но честно, он мало прокает. Не, а я бы вообще, ну, думаю, типа, мне не такое, нахуй, типа, людей, которые вообще хотят в кару, нахуй, похуй, кем, вот, винами, там, и так далее, не ходят, не делают, вот, как ты говоришь, вот, кельдонас и прочую хуйню, типа, вообще, нахуй, пускай просто откисают. Ну, типа, я, вот, в принципе, я не хочу делать кельдонас, потому что там РПБ, я не хочу его собирать до СЛК контента, пока мне сейчас другой стат нужен. Да, там АП прок, ну и чё толку, я получаю, теряю один стат, получаю РПБ. Окей, найди аналог шейд другой лучше. Где там эта шея была? Стой, Сарана, я верю в Володьку. С Валькир там падает 58-я крипка. Вот. Самая нормальная шея. Со всеми нужными красотами. Крит? Это мы что-то ждем у кого-то или что? Ну, у нас хилань. Ну, он зайдет или это нет? Раксуса. Хороший вопрос. А связь с ним какая-то есть? 0,50, 10. Медийная личность выключил стрим. Он же сказал, что он релогнит комп. У него с клавиатурой какая-то хуйня. Он это озвучил в Дискорде. Для тех людей, которые не слышали. Саш, ты услышал, какая-то хуйня у меня. Все. Я могу просто сейчас подключить ком 2002 года, блядь, с обычным хардом на 8 гигабайт, 80 гигов, он быстрее включится, блядь. О, знаю, типа, в первом рейде точно нахуй этого пиздежа больше не будет. А вот в такую хуйню, типа, ну его нахуй. Вот только меня злите в итоге потом. Не хочу гореть. Не можете по-нормальному ебать в рот. Так а что говорить, это тот самый обещанный второй рейд наш. Все по-нормальному. Чел сидит, но сколько... Да времени... какой нахуй, блядь, обещанный рейд, нахуй? Мы сходили, блядь, фулл гильдой, нахуй, блядь, один раз в эту хуйню, блядь. Вы нахуй там хуйню какую-то делали, нахуй? Я только сгорел, блядь, от вашего нытья и прочей хуйни, нахуй.